знаете, когда там про рыбку, рыбка плывет, рыбка выдернула, рыбка плывет. То есть человек, когда говорит, рыбка плывет, рыбка выдернула, и он может говорить, рыбка выдернула и рыбка плывет. То есть наоборот, вот как бы действие. И некоторые, да, да, некоторые люди, которые визуалы, они будут обращать внимание на то, что человек показывает, на жесты. А люди, которые, ну, на слух больше воспринимают, они будут именно слышать, что человек говорит, они могут не обращать внимания, куда у него там уходят руки, вот эти вот. Заметьте, что руками вы, не только руками, но и головой, вы можете ногами своей, вы можете дать публике больше понимания того, что вы говорите, и привлечь внимание.